Здравствуйте, друзья, подписчики канала. Вот под вечер, уже вечереет, солнышко садится, выехали с Андреем, с братом, опять же на этом пепелаце, потому что снега нет, по поселку на снегоходе не проехать. Ну вот этот как-то выручает, пока ездит. Спасибо ему. Выехали по какому поводу? Мы под вечер, стала поклевывать плотва. Вот приехали в одно место, закормились. Не знаю, что получится, попробуем. В этом месте еще в одном. Была плотва такая прям, ну, мерная, хорошая, ладошная. Посмотрим, что получится. Если получится, сейчас вот маленько тут побудем. И поедем, прикормим еще одно местечко. И потом вернемся. Ну, ладно, буду снимать, если что-то получится. Смотрите. С вами канал «Карелия. Все рыбалки и не только». Подписывайтесь на канал и обновления. Комментируйте, ставьте лайки. Самое интересное впереди. Вот, друзья, вот такая незадача. Вот видите, вот одну плотвичку я поймал. То есть вот у брата Андрея здесь была поклевка форели. Я пришел сюда с видеокамерой. Смотрю, и форель крутится, и плотва. Или она гоняет плотву, или плотва... Ну, плотва перемещается очень быстро. И вот я камерой подглядел, быстро пришел с удочкой, одну взял. Ну, форель быстро ушла, конечно. И, по-моему, две штуки было. Ну и вот в этом году это будет беда. Эта зараза не даст порыбачить вообще. Видите, вот все, как будто ее тут и нет. Если вам видно, ну, должно быть видно хорошо. Плотвы очень большая стая была. И не хочет собираться. Что-то ей мешает, а что непонятно. И вот одну успел цепануть. Да, интересно. Знать бы, что происходит. Вот все, ни форели, ни плотвы. Просто с мелкой удочкой не побегаешь. Вот поискать, как ты ее будешь искать? Она чуть мормышку он Андрею не оторвала. Хорошо, она просто стукнула, он, так сказать, со рта выдернул. Вот на что-то больше бегает и вообще не ловится. Ладно, похожу я с камерой, с видеокамерой. Может, я с видеокамерой что-нибудь. Что-то будет, покажу. Будем ждать вечера, посмотрим, что будет вечером. Вот она, ребята, куда пришла, вот она, где кормил. Вот если вам видно. Вот она вся здесь. Ну, попробую, если только не распугал. Вот она. Ну, меленькая. Живцовая. Будем ждать ее сейчас. Может, и хорошая будет. Ну, на консерву пойдет. Главное, мы ее нашли. Интересно. О, вот это уже хороша, уже ладошная. Со дна, вон, видите, с мусором. Со дна берет. Ой, у Андрюхи пошло дело. О, какая! Вот это уже плотвица, ребята. Пошло дело. Это уже кое-что. Значит, все сделали правильно. Ух ты. Не понять. Вот она. Вот она. Такая мерная, хорошая плотвичка.
Красота. Не зря собрались на вечер. Попробуем бросить. Со дна сейчас поднять. Вот она. Вот она. Со дна взялась. Интересная рыбалка. У нас одна кормится. Вот она. Вот она, видишь? А? Подсыпать? Что ты говоришь? Вот она. О, ребята, какая. Ай, хороша. Все, вот поклевала и отошла. Сейчас опять смотрим в камеру. Все. Вот, ребята, как будто ее здесь и не было. Вот так. Не, вот она крутится. Андрей, вот по дну сейчас пошевелил, помутил. И опять подскочила. Вот она. Вот она, ребят, если ее видно. Знаешь, что надо, Андрюха? Надо, наверное, подсыпать маленько. Вот она, ребята, вся тут. Вот она. Вон, посмотри, сколько ее. Ты видишь, сколько? Ну-ка, давайте. Снимай. Сейчас посмотрю. Да она не мешает. На дне она, Андрей. Ты на дне? Да. Но она вот ведет себя как-то странно. Вот ее сколько, ребят. Вот мормышку. К твоей подходила мормышке, но не стала. Вижу твою мормышку. О, тюкнула мормышку твою. И отстала. Нашугана мормышка. О, ты зачем опустил? Шла плотва к мормышке. Пойду другую возьму. О, берет. Взял. Ну, брала она ее. Вот подошла обратно сюда. Вот она. А где у тебя это? Корм? В рюкзаке вон. Ну, в рюкзаке, а видишь? А? Вот она, ребят. О, какая, и не мелкая, вот. О, плотва на вялку, самое то. Ну что у тебя, ничего? Сюда, значит, подошла, Андрей. Да. Вот она. О, аж катушка сработала. Вот это плотвина. Эх, хороша. Гудят самокаты, все домой едут. Кто на чем гораст. Вот она. О, ух ты. Хороша. Хороша плотвичка. И лучше шариком, тогда они на дне ковыряются. И это, задерживаются, потому что так они в толще расходятся.
То отходит, то подходит. Ничего не понять. Да она убегает. Вот она. О, ребята, неплохая. Ладошная плотва. Красотка. А тут же ткнет и... вот она, ребята. Ух, и неплохая ж плотва, берет так. Вот она, ребята, о, как высоко взяла. Ух, все-таки я ее выбрал. Вот это самое в рыбалке интересно. Это просто вот ее, понимаешь, что она есть. Как она себя ведет. Вот она, ребята. О, какая вообще. Ху-ху, вот это да. Ху. О, какую поднял, ребят. Вот это да. Вот это плотвичка. Вот она. О, процесс пошел. Это уже радует. Ну-ка, давайте повторим. И такая крупненькая, хорошая. Вот она, ребята. О, ху-ху. Неплохая и выше. Поднимаешь, поднимаешь, тянешь, как будто вот тянешь, тянешь, вытягиваешь ее. Вот она. Вот еще. А. Да. Многие скажут, конечно, форель ловить интересно. Может быть, я и соглашусь, но не совсем. Вот любая рыбалка хороша, любая. Вот она, видите, как выкладывает, она же так. Вот попробуйте вытянуть ее. Соблазнить на эту поклевку. Вот, ты видите, и промазал. Вот в чем кайф-то. А? Рыбалка должна быть разнообразной. Разной. Сейчас буду вытягивать до конца. Соблазню я ее или нет. Как глядя вот видеокамеры, вижу, что вот видит же она ее. Видит, но что-то ее вот где-то шевельнуло и все. Будем вытягивать. Ух ты, по зубам. Вот она. О, хорошо. Такие есть плотвицы прям. Ух, сильные, я бы сказал. Вот опять подошла, шевельнула и все. Вот, ребята, она... Видно, есть. Была, а тут она, Андрей. Yeah. Вот только что была, но отошла. Все, отошла. А только что пускал была. Куда-то, может, к тебе ушла. О, ребят, посмотрите, какой закат, вечер какой красивенный. Сено маленько подморозить, сегодня оттепель-то сильная была. Красота прям вообще. Ну лед еще позволяет, рыбалка еще будет. Так, ну что, будем заканчивать. Вот смотрите, камера Калипсо очень помогает, я вам честно скажу. Вот найти рыбу, посмотреть, как она себя ведет, ключик подобрать помогает просто. Вот такой улов. Пусть как бы небольшой, ну плотва вон какая же. Попадалось.
Так что вот такая вот вечерка у нас получилась. Ну, не знаю, сковородочка тут пожарить будет, может что-то консервы сделает. Посмотрим, что сделаем. Так что будем заканчивать. Всем всего самого доброго, удачи, до свидания.